Генос, а это еще что? Мастер, это люди, которые смотрят наше видео, но по какой-то причине не подписаны на наш канал. Думаю, если мы их попросим, если им напомним, они обязательно подпишутся. Ладно, погнали. Понял. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. One Punch Man, 127 глава. Приведет ли эта жгучая боль к отчаянию или к росту новой внутренней силы? Где это я? Похоже, я все-таки выжил. У меня довольно смутные воспоминания. Для Гароу. Добро пожаловать в Ассоциацию монстров. Если ты читаешь это, то можешь поблагодарить нас за свое спасение от смерти. Помни об этом. Пока отдыхаешь в этой комнате, не впадай в буйство, если это возможно. Даже если ты сбежишь, герои сейчас же нацелятся на тебя. Тебе нужно укрытие. Мы приготовили для тебя сменную одежду, так что бери. Больно. Проклятие. Все мое тело чертовски болит. Тяжесть во всем теле. Такое чувство, что моя голова вот-вот взорвется. Горло пересохло. Надо бы поесть что-нибудь существенное. Точно. Я сражался со стариком, а потом рвалась эта идиотская птица. Эти парни из Ассоциации монстров — одна большая проблема. Что же случилось со стариком? Смог ли он победить многоножку? Не то чтобы меня это заботило. Застоявшийся воздух, от которого разит кровью. Такое ощущение, что я сейчас блевану от одного нахождения здесь. Так тихо, что у меня в ушах звенит. Это подземелье? Вы, пожалуйста, сохраните мне жизнь. Простите нас. Мы никогда не одолеем никого из вас. Только бы этот раз был прекрасный. Забудьте об этом. Можете делать все, что угодно, заложником. Мы здесь ради денег. Верно. Мы отдали вам все, что заработали. Парни, поэтому, пожалуйста, не ешьте нас. Не убивайте меня. Это не профессиональные герои. Отряд наемников от третьего лица. Как глупо. Твоя заявка принята с честью. Как тебя зовут? Я случайно заметил их по дороге сюда. Я доволен, раз это радует ассоциацию. Я бог машины G5. Меня прислала организация со своими причинами, чтобы поддерживать ассоциацию монстров. Уровень опасности. Дьявольский G5. Организация, говоришь? Как ты узнал путь в это убежище? Могу ли я поговорить с твоим создателем? Пусть будет так. Добро пожаловать. Следующая часть все же неизбежна. Ты можешь прятаться, если хочешь, Гэроу. Пожалуйста, подожди еще немного. Этот голос, он прямо у меня в голове. Телепатия? Ну и что мы должны делать с ними? Экзекуция? Превращение в монстров? Или... Похоже, что все жаждут крови. В таком случае нет смысла их удерживать. Эй, не будем забегать вперед. О, раз так. Если первые побеждают, я хочу их всех себе. Эй, все хорошо, да, Мимик? Дорогой. Видишь, я уже на пределе. Не могу сдерживать свои импульсы. Уровень опасности. Дьявольский. Королевский потрошитель. Я так сильно хочу услышать крики людей. Иначе в любой момент я могу сойти с ума.
Просто дай мне немного повеселиться с ними, ладно? Тогда я пообещаю, что буду держаться до битвы с героями. Некоторые просто пробили себе путь. Возможно ли контролировать этих тварей в организации? Ясно, главное, должен быть достаточно могущественным, чтобы уничтожить любого, кто не будет повиноваться. Достаточно силен, что даже многоножка склонился перед ним. Не хочу прерывать, но... Как тот, кто сражался с ними, я хочу сделать предложение. Их костюмы несут большой боевой потенциал. Они будут полезны в грядущей войне. Так ты считаешь, что мы должны использовать их как пушечное мясо на нашей стороне? Нет, они сломлены, видите? Слишком испуганы, чтобы быть полезными. Вы не сможете противостоять героям в таком состоянии, да, бедняжки? Вы хотите умереть сейчас, да? В таком случае я сделаю их своими. Не волнуйся, я придам им форму своим кнутом. Тебе придется позволить разобраться с этим. Придам форму своим кнутом. Что это значит? Прошу тебя. Слушай нас! Неплохо. Удачно, что такие способные рабы попались мне в руки. Лорд Мимик, если можно, я хочу кое-что спросить у вас. Разве убийство товарища допустимо в ассоциации? Я бы хотел, чтобы вы по большей части воздерживались от этого. Мы же не хотим применьшать собственные силы. Как было сказано, бывают случаи, когда этого не избежать из-за нашей природы. Но не перебарщивайте, я не закрою на это глаза. Я все еще чувствую человека. Я знаю, что ты прятался все это время. Почему бы тебе не выйти поиграть? Ну, привет, Гаро. Ты рано? Что же это за особое отношение? Да ради чего? Он уже труп. Тишина все! У меня очень важный разговор с ним. А? Что за черт с этим гигантом? Эй, зачем? Я тебе нужен. У нас уже 5000 солдат в рядах ассоциации монстров и такое же количество героев в рядах ассоциации героев. Но, по моей оценке, среди нас меньше 30 с рангом дьявольский или выше. Все благодаря потерям в битве несколько дней назад. Но даже сейчас у нас есть преимущество для победы. Мы стали свидетелями недостатков сплоченности в наших рядах и способном лидере. Гароу, я хочу, чтобы ты стал должностным лицом Ассоциации Монстров. Также я предоставляю тебе честь быть моим ассистентом. Должностное лицо? С какой стати? Точно, ты выбираешь себе любимчиков. У него тот тип личности, который я искал. Кто-то с необычайно сильной антигероической идеологией. Он обладает достаточно сильным духом, чтобы продолжать вцепляться в глотки героев С-класса, даже сражаясь в одиночку в неравной битве. Он просто идеален. Однако, Орочи поставил определенные условия для него.
Мы все еще не решили, действительно ли ты монстр, как называешь себя. Поэтому мы хотим, чтобы ты доказал, что ты настоящий монстр. Ты просишь, чтобы я вырастил рога или что? Один день. Я даю тебе один день. Внеси мне голову героя. Любого. Довольно легко, правда? Если ты способен убить героя без промедления, то ты отличный монстр. Я уже сделал это во время боя, сегодня утром. Больно это говорить, но серебряные клыки ватрушки все еще живы. Многоножка был повержен. Вчера Гаукетсу, а сегодня даже Многоножка был убит. Уверен, что даже Мимик не ожидал, что двое лучших руководителей падут еще до большой битвы. Поэтому он так старается завербовать Гароу, чтобы пополнить основные ее силы. Верно, мы намного сильнее. Не понимаю, о чем думает Мимик. Не то чтобы это меня волновало, я могу кушать мясо вместе с ассоциацией. Это для меня достаточно. Кстати, что с приглашением, которое мы давали сверхзвуковому Сонику? Я ничего о нем не слышал. Неужели его тело не смогло адаптироваться к клеткам монстра? Уровень опасности. Дьявольский. Бог жук. У тебя есть задание для нас? Говори. О, Гароу снаружи рискует. Следуйте за ним. Генос, а это еще что? Мастер, это люди, которые смотрят наше видео, но по какой-то причине не подписаны на наш канал. Думаю, если мы их попросим, если им напомним, они обязательно подпишутся. Ладно, погнали. Понял. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя.